В машине ехали Гоша, Богдан, Макар и Кирилл. И они ехали после института. И вдруг они попали в аварию. Макар водил машину. И когда они попали в аварию, Макар разбил себе голову, и ему в живот влетела какая-то острая штука. Он вылетел через окно, и там он остался жив. Но приехали врачи, забрали его в больницу, и он остался мертв. Итак, Макар. Макар сидел возле него на переднем сиденье. Машина столкнулась, Макар, то есть Богдан, вылетел из машины, ударился головой об плиту, и плюс он упал и ударился об каменные плитки. И он так тоже умер. Итак, Кириллу этой острой штукой, которая вонзилась в Макара, прямо ему в живот, он разрезал себе ей руку. У него не было руки. А я вылетел из машины, и я выбил 2 передних зуба. Но при этом мы с Кириллом остались живы. И этот день мы запомнили навсегда. В живых остались только Кирилл и Гоша.